поскольку в 5 лет я уже знала, что я буду врачом. И всегда очень любила, вот сейчас даже мы приехали, погуляли в парке вашем замечательном, Соколок, да, называется парк? Очень красиво. Да, очень красиво, с деревьями уже пообщалась, с ними поздоровалась, правда, но мысленно обнялась, потому что я очень люблю природу, и всегда, вообще деревья – это наш род, это наши прародители. Вот никогда не забывайте, что вот живая природа – это и есть наш род. Мы оттуда исходим, наши тела, во всяком случае, они состоят из 5 элементов, и вот живая природа – это и есть наши родители, прародители. И мы поэтому очень должны чтить вот это все именно, пока живы деревья и человеческий род жив. Вот. И вот эти все процессы фотосинтеза, тычинки, пестики, там это все для меня было так интересно вот с раннего возраста. Я вот с ними вот так вот все...